Встречи врачей Видновской клинической больницы с жителями округа за 3 года успели стать традицией. Ежемесячно каждый желающий может прийти и в формате прямого диалога со специалистами получить ответы на интересующие вопросы. Люди снимают напряжение, потому что иногда бывают частные вопросы, которые либо там задают после встречи, либо на встрече уже накипело. Они решаются очень быстро, в ручном режиме. Встречи проводятся для того, чтобы наладить контакт с пациентами, которые прикреплены к лечебным учреждениям, ознакомиться с их проблемами и в режиме реального времени провести консультацию. Это помогает не только жителям, но и врачам в улучшении качества обслуживания. Рассказываем о нововведениях, о работе наших учреждений и готовы всегда отвечать на вопросы жителей. Тем самым надеемся на открытый диалог с населением и стараемся улучшить качество оказания медицинской помощи у нас на территории. Кто-то приходит, чтобы задать вопрос по приему лекарств, другие спрашивают, будет ли установлено в больницах новое оборудование. Есть и те, кто, пользуясь случаем, передает через главного врача благодарность медикам стационара. Я хочу передать Фадюхиной Юлии Николаевне, врачу-кардиологу. Это просто, я не знаю, товарищи. Она столько времени уделяет, она прямо разговаривает, вытаскивает всю информацию, помогает. Жители отмечают, что решать вопросы здравоохранения без предварительной записи в больницах и поликлиниках гораздо проще. Встречи мне очень нравятся, потому что можно задать любой интересующий вопрос, можно кому-то пожаловаться, можно записаться. Встречу посетило около 40 человек. Специалисты выслушали и проконсультировали каждого. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.